добавить. Не хочется, чтобы получилась порнуха, не хочется. Конечно, не хочется, чтобы порнуха была. Андрей, мог бы немножко рассказать нашим зрителям, как бы, чем ты занимаешься вообще, подробнее о своей профессии? Ну, прежде всего, я видеограф. Я снимаю и монтирую видео, потом тому, как фотограф снимает и обрабатывает фотографии. Мы вчера снимали в течение трех минут, и уже все почернело. Мне просто кажется, вам жарко, и хочется вас поскорее засунуть, потому что самому жарко. Замани его взглядом. Сейчас, секунду. Все мои фильмы, они складываются в некие циклы, циклы фильмов, да. И сейчас я создал такой проект, который называется «Наедине со звездами», в котором снимаю фильмы, портреты интересных людей. Такие небольшие зарисовочки об одном дне из жизни. Интересно всегда посмотреть, как живут успешные люди, да, конечно, заглянуть вот за кулису и в то же время пообщаться с ними. А скажи, Андрей, как вот у тебя получается совмещать твою профессию с путешествиями? Ведь ты же постоянно путешествуешь, верно? Да, некоторое время назад я занимался в основном тем, что я снимал свадьбы. Я где-то 10 лет посвятил этому делу и снял, наверное, штук 500 свадеб. Вот. И все было хорошо. Это прекрасная атмосфера праздника, каждый праздник, да, каждую неделю. Но эта профессия привязывала тебя как бы к конкретному месту, потому что там и заказчики, и все. Я начал думать, такие проекты, такие форматы, которые бы мне были интересны, они были бы интересны зрителям, они были бы интересны заказчикам и позволяли путешествовать. Вот. И так я придумал для себя вот несколько форматов. Один из них – это фильм-портрет, про который я рассказал. Да. Другой – это фильм-репортаж. То есть я приезжаю в разные места, снимаю репортажи. Андрей, можешь рассказать, где ты берешь клиентов? Они тебя сами ищут? Или ты как-то занимаешься поиском их в интернет? Ну, безусловно, когда ты начинаешь какой-то новый проект, то у тебя нет клиентов. Вот, и ты вынужден его как снежный ком, да, постепенно раскачивать. То есть, ну, вначале, если мы говорим о каком-то новом проекте, да, то приходится что-то делать бесплатно, потому что это новое, и ты не знаешь, как бы, что предложить еще клиенту. Да? То есть первые фильмы-портреты я снимал бесплатно. Сейчас, как бы, я уже понял, что это за формат, какую пользу он приносит людям, да, а польза здесь очень большая. То есть люди, если они заказывают себе фильм-портрет, они получают материал, который они могут использовать в интернете, и этот уже материал выделит их среди конкурентов. То есть они таким образом смогут заслужить доверие, увеличить клиентскую базу. Вот. И когда вот это вот уже понимаешь, вот эту вот пользу, уже можно это предлагать и продавать. И теперь я уже выбираю интересных людей, про которых бы я хотел снять фильм, и уже непосредственно пишу им письма, общаюсь с ними и предлагаю свои услуги. Андрей, круто очень. А скажи, сколько ты вообще этим занимаешься делом? Ну, если говорим о съемке и монтаже, то, в принципе, я занимаюсь всю жизнь. То есть не последние 15 лет я работаю как бы в этой области. Вначале я работал на телевидении, я жил в городе Омске, и там 6 лет работал на местном телевидении, да, и прошел там все профессии от редактора, режиссера до ведущего новостей в прямом эфире. И потом переехал в Москву, и там стал работать оператором. Вот, и снимал свадьбы, а помимо свадьбы я еще работал оператором на Первом канале, снимал документальные фильмы. Знаешь, очень здорово, что ты сказала, что ты начинал с того, что ты делал бесплатно, потому что зачастую приходят новички вот, в удаленную работу, да, или на какую-то профессию, и у них сразу возникает большое желание заработать денег, вот, но не имея никакого опыта и никаких навыков, правильно? Сразу хотят много денег. Сразу хотят много денег, да. Но и очень классная такая штука, что нужно сначала показать результат, правильно? Удовлетворить своего заказчика, вот, и сделать какие-то работы бесплатно, правильно?
чтобы показать, на что ты способен вообще. Правильно, и более того, вот, мне кажется, в чем тут польза заключается. То есть, когда человек вначале начинает что-то делать бесплатно, у него есть возможность сделать так, как он хочет, и выбрать тех заказчиков и те проекты, которые он хочет сделать. Если человек сразу уже начинает работать за деньги, то он не может раскрыться, он не может делать это искренне, да? Он Конечно. Сразу уже только делает то, что нужно заказчику. Вот. Ну, да. А успех, мне кажется, вот именно в той зоне, где идет от души. Угу. Да, ты 10 лет в этой деятельности, скажи, тебе вот как бы не надоело вообще этим заниматься? Тебе это интересно? Так получается, что я периодически мне надоедает, бывают спады, я меняю просто отрасли. То есть вначале я был, я говорю, корреспондентом, там, журналистом, вот так же вот ходил с микрофоном, там, брал интервью и так далее. Потом, как бы постепенно, мне это тоже приелось, наступил день сурка. Вот, я там изменил место жительства, там изменил как бы профессию, то есть стал больше, там, стал оператором, стал снимать. Да. Что там будет впереди, как бы не знаю, да. Вот, но я все время нахожусь как бы в одной нише примерно, да, то есть нише там видеопроизводства, но немного с разных сторон, да, то есть приобретаю разный опыт. Очень здорово, классно. А когда ты вот снимал свадьбы, ты путешествовал или ты находился в одном городе, в одной стране? Как это было? Ну, в основном, да, то есть это, соответственно, были свадьбы в том городе, где я жил, да. Ну, хотя иногда бывает, случалось, что, да, в каких-то других городах заказы, и приходилось ездить, но редко. А вот сейчас, кстати, я приехал сюда на Бали, тоже здесь снял свадьбу. Андрей, ты можешь вот поделиться с нашими друзьями, как вообще определиться со своей профессией и найти свое любимое дело? Да, это существует для этого много техник разных, да. Одна из моих любимых, да, это представить, что есть там кнопка бабло или есть у тебя в заначке там несколько миллиардов долларов, то есть и вопрос денег вообще не стоит, то есть вообще забыть. И тогда подумать, чем бы ты занимался, вот если бы ты уже сегодня стал миллионером, да. И тогда на ум приходят совершенно другие профессии, другие дела, да, неожиданные порой. Вот другое, как бы, над чем стоит задуматься, это вспомнить вещи, дела, которыми ты любил заниматься, когда тебе было меньше 7 лет. То есть пока ты еще не пошел в школу, пока тебе не стали навязывать какие-то стереотипы. Вот. И третье, что над чем стоит подумать, это какие бы дела ты делал, если бы тебе осталось жить, ну там, полгода или несколько месяцев. То есть, и тогда отсекаешь все лишнее, и остается ровно то, чем бы ты занимался сегодня, вне зависимости от того, сколько у тебя денег. Потому что самое главное, чтобы твое дело приносило тебе удовольствие, правильно? Безусловно. Да. А потом уже это твое дело, да, с которым ты определишься, уже монетизировать его под заработок и постепенно как бы начинать с этого получать деньги, да? Ну да, потом, видимо, искать пользу. Польза, какая польза есть людям в том, что ты делаешь. Ну, да. Да. А потом уже назначать цену за эту пользу и Здорово. Предлагать. Да, это очень важно. Много людей в нашем окружении в данный момент, да, которые мечутся и не могут вообще определиться с профессией. Вот я бы сказала, больше в этом направлении. Можешь какое-то пожелание? Да, которые думают, что делать вообще, они в растерянности, ищут себя, как они говорят. Угу. Вот, чего ты хочешь им пожелать? Я вот как раз только что об этом говорил, да, то есть я желаю им предпринять вот эти вот три шага, то есть подумать, что бы они делали, если бы у них их не ограничивали деньги, что бы они делали, если бы им осталось совсем чуть-чуть жить. И что бы они делали, вспомнить, что они делали в детстве, что им нравилось. Вот. И вот сейчас, да, очень популярна удаленная работа, да, и многие вот люди акцентируют внимание на внешней оболочке, на сайтах, там, да, на, ну, вот, на группах и так далее. Это все прекрасно, и это, безусловно, помогает. Но главное не забывать про то дело, которое приносит вам удовольствие, да, и попытаться именно его откопать, и именно за счет него уже
да, двигаться, то есть становиться в этом деле профессионалом, развивать его и уже потом как бы продвигать его в соцсетях, а не наоборот. Первое, да, вот мне очень нравится такая формула, как быть, делать, иметь. То есть вначале нужно быть, вначале нужно делать непосредственно что-то, а потом все остальное уже придет. Хорошо. Спасибо большое, Андрей, за твое интервью. Вам спасибо, что поделился. Интересные вопросы. Yeah.